Здравствуйте! Наступил второй год обучения в домашней школе. Елисею 8 лет. И сегодня мы поделимся с вами тем, чему и как мы обучаем своего сына и какие технологии используем. Привет! Меня зовут Елисей. Мне 8 лет. У меня хорошая семья. Есть старшие братья. И мне нравится, что они играют со мной. Кирилл играет на фортепиано. Лепит из глины. Мне нравится, как он рисует. У меня есть мои бабушки и дедушки. Мы их часто навещаем. Папа имеет 11 специальностей, а еще он композитор. Мама рукодельница. Она шьет замечательные костюмы. Мне нравится наблюдать, как она их шьет. И мне жаль отдавать ее работы клиентам. Мы часто ездим в походы. Я даже катался на лошади. Мы делаем праздники. Папа и мама любят друг друга. Мы христиане. Мы принадлежим к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы запечатаны в храме, и теперь мы вечная семья. В общем, мне моя жизнь нравится, интересно и весело. А еще я учусь в домашней школе, и учиться мне нравится. Утро начинается с ритмичной музыки. Мы открываем все окна и двери и впускаем в наш дом свет и свежий воздух. Мы включаем музыку. Все это помогает нам пробудиться спокойно и с хорошим настроением. Елисей всегда просыпается с улыбкой. Карате – часть обучения в домашней школе. Каждое утро пробежка по набережной, разминка и легкая тренировка с изучениями элементов боевого искусства. Смотри, чем ты делаешь. Вот. Следующий. Пошел. Куда? Сам. Раз. Давай, 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 давай. Следующий. Если есть какие-то движения. Пошел, пошел. Хорошо. Вот. Go. Rock. Sit. Hard. Сина hard. Two. Two. Хорошо. Eight, nine, seven, year, go, rock, sit, hard, two, three, молитва и чтение священных писаний – важное питание для нашего духовного развития. Завтрак. Елисей уже обучен покупать продукты в магазине и приготовить себе еду. Thank you.
Теперь мы готовы к обучению за рабочим местом. Первый из таких уроков – компьютерная грамотность. В этом году Елисей учится писать на клавиатуре всеми пальцами, не глядя на клавиши. Так он овладевает письменностью 21 века. В этом уроке важен ритм. Для этого мы используем метроном. Следующий урок – риторика или ораторское искусство. Наш жизненный опыт показывает, как важно общение и умение оказывать влияние на людей благодаря мощнейшему инструменту, данному нам – нашей речи. Сегодня мы запишем небольшой ролик, и если вы хотите размяться как следует, тогда выполняйте каждый курс упражнений по 3 раза. Ассистировать мне сегодня будет Дарья. Начинаем заниматься дикцией после того, как сформировалось диафрагмальное дыхание и разработано. Пока Даша продолжает, я объясню, что при этом звук должен быть максимально открыт. Начинаем с р. Сейчас будем использовать известное с детства произведение «Вот дом, который построил Джек». Выделяйте смысловые центры и читайте в соответствии с пунктуацией. Пока не знаете правила, просто повторяйте за нами. Каждая строчка – свое дыхание. Дополнительных вдохов в течение фразы делать нельзя. 3, 4, вдох. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится. В доме, который построил Джек. Следующий урок – письмо. Елисей продолжает писать мелками. В этом году мы уменьшили ширину строки. За счет этого появилась 5-я строка на странице. Недавно одна мамочка спросила меня, нужно ли учиться писать мелками, если ребенку это трудно. Я ответил так. Трудно – это хорошо для развития. Именно с целью трудоемкости ребенку даются мелки – а не скользящие шариковые ручки. При трении мелка о бумагу образуется сопротивление, и рука своим усилием создает основу для моторной памяти. Так рука ребенка усваивает нужную динамику и траекторию движения. В домашней школе тоже есть свой звонок. Чтение. Важнейший навык. Если некоторые уроки проходят через день, то чтение относится к ежедневным. Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой, сказала одна из сестер. Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидеть. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами. Яблоко, ядро вот здесь. Угу. У помидорчика есть. У каштана, вот какое есть, большое. Да, каштан это и есть, ну, само семечко, да, такое так. Большое. А у некоторых нет ядра, и семечек нет. Угу. Есть ядро, яйце. Да, есть. Вот это сам, ну, шкурка вот эта твердая, это почва. Как оболочка, ну, да, оболочка. Похоже на оболочку в земле. Да, вот это вот белый. Беленькая – это магма, магма. Да? А желтенькая – это ядро. На уроках биологии мы узнаем тайны, которые хранят знакомые предметы. Все, что узнали и по-новому увидели, зарисовываем, чтобы лучше запомнить.
Изучая строение плодов, мы находим сходство со строением яйца и планеты Земля. Таким образом, мы обнаруживаем единого Творца. Растение – это источник пищи и кислорода для всех животных. Мы заглядываем внутрь растения, чтобы увидеть ту огромную работу, которая осуществляется внутри. Животные выстраиваются в ряд по мере их усовершенствования в процессе эволюции и объединяются в одну семью. Таким образом, ребенок ощущает единство всего живого. Химия. Добавляем марганцовку к смеси перекиси водорода с моющим средством. Такой химический опыт хочется повторять еще и еще. Опыт, проделанный своими руками, ребенок запомнит на годы. При помощи лакмусовой бумаги мы проверили количество кислоты и щелочи в продуктах, в яблоке, помидоре, борще, лимонаде, стиральном порошке и прочих. Каждый такой опыт мы записываем в таблице. Мы плавили лед, масло, воск, парафин, олово и даже сталь, побывав в кузнице. Этот опыт полезен для понимания отличий между химическими преобразованиями и физическими. А здесь химия объединилась с биологией, чтобы обнаружить крахмал в 10 видах зерен, известных ребенку. На уроках химии мы производим конфеты, натуральное мыло, обучаясь у мастера. Выращиваем кристаллы, наблюдая за их ежедневным ростом. Так ребенок узнает, что наука жива, потому что теперь можно взять ее в руки и увидеть всю ее красоту. На рисовании мы познакомились с техникой штриховки для отображения светотени и объема. Раньше Елисей рисовал контуры. А после ознакомления с техникой штриховки его рисунок приобретает объем и тени. Давайте сравним еще два рисунка. Особенно увлекает полезный труд, результатами которого можно впоследствии ежедневно пользоваться. А красочное дерево из конфет мы решили сделать и подарить старшему брату на день рождения. В совершенстве владеть родным языком значит знать о нем все и это все поставить себе на службу. Морфологию Елисей изучал уже в конце первого года. На втором году обучения мы продолжили изучать части речи, познакомившись также с родами, числами и падежами. Правила языка – вторая часть урока. Елисей знакомится с одним правилом в день, заучивает его наизусть и после записывает его, цветом выделяя главные составляющие самого правила. Так получается собственный учебник, в котором после ученик ориентируется как рыба в воде. Программа второго года обучения состоит из 20 предметов. Каратеда, компьютерная грамотность, риторика, письмо, чтение, математика, физика, логика, русский язык, история, астрономия, география, английский язык, биология, химия, рукоделие, живопись, вокал, музыка и финансовая грамотность. Но домашняя школа – это не только знания и навыки, а и обязанности. Мы готовим для добродетельной леди хорошего семьянина.
Для достижения большей эффективности обучения мы используем достижения современного общества в области технологий. В частности, это устройства и программы от компании Apple, одно из них iPad. Благодаря технологии MultiTouch общение с современной техникой стало более влиятельным, разнообразным и свободным. Мы убеждены, что любой язык можно и нужно учить по подобию родного. Вначале слышать и понимать, затем выражать свои мысли, общаться, и только после учиться читать и писать. A woman. A boy. A girl. A monkey. A giraffe. A girl. Uh-huh. A woman. Uh-huh. A man. Uh-huh. A giraffe. Uh-huh. A monkey. Uh-huh. A boy. Uh-huh. The man is standing. В этом году мы изучаем географию, путешествуя по планете. В программе GeoWalk мы знакомимся со 122 видами животных и 75 видами растений. Прочитав, Елисей на каждом уроке записывает наиболее впечатляющие особенности животного или растения. Свои знания мы можем проверить с помощью экзаменационных вопросов. Фотоед – первый русскоязычный журнал, который удостоился рекомендации от компании Apple. Аудитория журнала – 600 тысяч читателей. Открывая этот журнал, мы отправляемся в фотопутешествие по отдельным странам и узнаем, видим и слышим все, как есть в этой стране на сегодняшний день. Логика. Собрать разобранную объемную фигуру, не зная еще, что должно получиться. Сыграть в усложненные крестики-нолики, собрав 5 шариков одного цвета, при этом обязательно выполняя поворот квадратной основы. Решить теорему Пифагора о равенстве площадей. Подключить предохранитель или соединить провода разного цвета, перемещая сегменты по всей площади устройства. Эти и многие другие головоломки входят в программу домашней школы в качестве обязательной самостоятельной работы.
упражняем мыслительные способности. С помощью этой программы Елисей ведет учет своих доходов и расходов. Семейный бюджет, история финансового развития и планирования отображены в наглядных диаграммах. Мы учим сына правильно распределять свои карманные деньги, платить десятину и пожертвования, а также откладывать и даже инвестировать. Мы хотим, чтобы Елисей был финансово грамотным человеком. Отработка своей речи перед аудиторией посредством записи собственного голоса. Важная часть программы «Тренер оратора». В домашней библиотеке уже собрано 1900 книг русской и зарубежной классики. Елисей с удовольствием читает сказки Пушкина. Правила русского языка не менялись с 1956 года. В этой программе собраны и удобно поданы все правила. Математика. Еще 100 лет назад русский учитель Сергей Александрович Рачинский написал книгу «Тысяча одна задача для умственного счета». Решение задач в уме хорошо его развивает. В XIX веке сельские школьники решали задачи в уме. В этом году Елисей перемножает и делит двух-, трех- и четырехзначные числа в уме. Для наглядности и лучшего восприятия чисел и их закономерностей мы продолжаем использовать сантиметр, который, кстати, Елисей изготовил сам. Вот пример одной из таких задач. На 10 рублей куплено 31 фунт пряников по 18 копеек и 34 фунта орехов. Что стоит фунт орехов? Елисей решил эту задачу в уме. Попробуйте и вы. Живая астрономия. Расположение звезд и планет в данный момент времени. Мы можем увидеть, рассмотреть и получить основные сведения о каждой планете, каждой звезде, каждой галактике, туманности, созвездии и каждом искусственном спутнике, наблюдая, где они находятся и как они перемещаются в данный момент. Елисею нравится рисовать. Sketchbook Pro – профессиональное приложение для работы с графикой, которое мы подключим позже. Еще одно ультрасовременное приложение для создания мультимедийных учебников и книг. Я подумал, может мне написать учебник для родителей и разместить его в одном из самых крупных на планете интернет-магазинов с покупательской аудиторией более 200 миллионов человек. В завершении уроки музыкальной грамотности и композиторского искусства. Технологии не исключают освоение каждого из инструментов вживую. В наших руках лишь технологическое новшество, помогающее современному человеку познавать и творить. Thank you.
Свою первую песню я написал в 13 лет, играя на гитаре. В 16 я пошел работать на кирпичный завод и купил первое переносное электронное пианино. В возрасте 24 лет я купил первый синтезатор. До этого я уже писал произведения для оркестра, но теперь я мог их записывать в звуке. Свои концерты я записывал на диски и дарил их своим друзьям. У Елисея своя музыкальная студия в его 8 лет.